Всех приветствую, продолжаю познакомиться с персонажами мифов Древней Японии. Сусана, доблестный, быстрый, ярый бог-муж Иисуса. В японской мифологии божество, рожденное Идзанаки из капель воды, омывшее его нос во время очищения после возвращения из царства мертвых, поделив свои владения между своими тремя «высокими детьми», в кавычках, Аматерасу, Цукуйоми и Сусанна, отец отвел Сусанна равнину моря. Недовольный владыка морских пучин собирался удалиться в страну мертвых и на прощание предложил своей сестре Аматерасу произвести на свет детей. От его меча, раскушенного Аматерасу, родились богини, а от ожерелья Магатама, принадлежащего Аматерасу, и раскушенного Сусанна родились боги. Однако затем Сусанна совершил несколько тяжких преступлений. Разорил межи и каналы на рисовых полях, возделанных Аматерасу, осквернил испражнениями священные покои и в довершение всего содрал шкуру живого жеребенка и швырнул ее в комнату, где Аматерасу шила ритуальную одежду. Изгнанный из равнины высокого неба, Сусанна спас людей от восьмиголового, восьмихвостового дракона. Женился на Кусинатхиме. Одним из его потомков являлся бог Окуниноси, который уступил страну богу Хикока но Нинигино Микото или Ниние, прямому потомку Аматерасу. Ну так вкратце о персонаже мифов Древней Японии Сусанна. Доблестный, быстрый, ярый бог-муж Иисуса. Японские мифологии божество, рожденное Идзанаки из капель воды. Пока-пока, до свидания.